получилось отстрелять на ноль. В прошлом году действительно у меня в спринте просто были ошибки, причем были там последние выстрелы в промахе, и это действительно не хватало мне совсем чуть-чуть, чтобы подняться на подиум. Ну, доволен, что сегодня сложилось все по-другому. Эти 500 метров были фантастические, потому что я успел за них потерять реально 6 секунд, и как это сделать, я до сих пор не разобрался, будем анализировать. Антон на самом деле находится рядом, здесь всего 2,5 часа езды до сюда, и я думаю, что он скоро вернется, и мы с ним постоянно держим связь, общаемся, и я думаю, скоро он вернется и будет высоко.